Привет, Хабиб. Непростой у тебя был сюда путь, ведь столько времени ушло, чтобы устроить этот бой. И сейчас, когда он запланирован, что ты чувствуешь? Все прекрасно. Наконец-то я дерусь за пояс. Я заберу его. Я собираюсь размазать этого парня, уничтожить его, забрать пояс и осуществить свою мечту, стать чемпионом UFC в легком весе. Ну, и на 2017 год у меня в планах стать бойцом года. Неплохо. Что ты вообще обо всем этом думал? Ведь бой вообще мог не состояться. Вся эта грызня из-за денег, а время шло. Каково было твое состояние? Ты был расстроен, что бой не складывался? Да все нормально. У меня с UFC проблем нет. Не знаю, может быть, у них есть со мной проблемы. У меня с UFC нормальные отношения. Когда была вся эта шумиха, я говорил с Даной и сказал ему: «Я заслуживаю этот бой, дай мне его». И сейчас все нормально, я дерусь за пояс и рад этому. У меня сильный противник, а это то, что я люблю, то, что мне надо. Драться с Тони. Я уничтожу его. Ну а после того, как я уничтожу и Конора, и UFC, наверное, захочет реванш с Конором, я откажу им. Пускай встает в очередь и дерется с кем-либо еще, потому что я хочу защищать пояс, то есть драться с претендентом, который это заслужил. Не так, как это сделал Конор. Вообще, это очень интригующая ситуация. Побить Фергюсона, побить Конора, и когда UFC захочет реванш, сказать им: «До свидания, ребята, вы этого не заслуживаете». Ну и, как я уже сказал, драться с претендентом, который это заслужил. То есть ты думаешь, Конор не заслужил бой за титул? Он дрался с Нейтом Диасом. Нейт Диас, кажется, номер 10 или даже 15 в рейтингах. Все бойцы из топа побили его. Конор сначала ему проиграл. Второй бой был очень близким. После того, как он побил Эдди Альвареса, у него рекорд в этом весе 3-3 или 3-2. Хотя он никогда не встречался с топовыми бойцами легкого веса. Я считаю, что если ты не дрался с Тони, со мной, с Барбозой, с Майклом Кизой, то есть с топовыми бойцами дивизиона, то какой там титульник? Ну и тем не менее, сейчас он чемпион, и ему придется в следующем бою драться или со мной, или с Тони. Как еще? Многие думают, что он поднимется в полусредний вес, чтобы сделать еще один супербой. Ну или все сейчас говорят про этот поединок по боксу. Как ты думаешь, он попытается избежать боя с тобой? Потому что, как многие считают, ты для него самый неудобный соперник. Не знаю, что у него там с боксом, да и с полусредним весом тоже. В общем-то, я не думаю о нем. Я думаю о реальной возможности завоевать пояс. Мне наплевать на него. Все только и хотят боя с ним, чтобы сделать денег. Но для меня это не цель. Я пришел в UFC, чтобы сражаться с лучшими бойцами, выиграть пояс и стать неоспоримым и непобежденным чемпионом. Вот моя цель. А большинство людей хотят боя с ним из-за денег. Ну а со мной он денег не заработает, так что... Тебе предстоит бой с Тони Фергюсоном. Ты говорил, что он топовый претендент, но потом ты обошел его. Что ты думаешь о нем как о бойце? Ничего против него не имею. Может быть, у него есть что-то против меня. Чувствую себя спокойно и уверенно. Но когда клетка закроется, я его уничтожу. Я заставлю его летать, измотаю его. Хочу, чтобы он почувствовал мою мощь, мой прессинг, но и побить его. Вот что я хочу. Хочу разбить ему лицо. Я ведь этим всю жизнь занимаюсь. Я выступал в UFC, я выступал и до UFC в России. И всегда дрался с топовыми противниками. Поэтому, когда клетка закроется, ничего личного. Я просто уничтожаю своих оппонентов. Ты сказал, что Конор тебя не волнует, и для тебя главное драться за пояс. Но ты дерешься за временный пояс. А по факту чемпион сейчас Конор. Тебя это волнует? Или ты считаешь, что все это для того, чтобы продать бой? Не знаю. Может быть, UFC хотят, чтобы, например,
Я стал временным чемпионом, а он действительный чемпион. И потом сделать бой чемпион против чемпиона, как это было в бою Жозе Альдо против Конора. Может быть, они хотят сделать бой как можно более громко, чтобы сделать денег, pay-per-view, устроить шоу. Не знаю, UFC спросили меня, хочешь драться за временный пояс? Я сказал да, вот и все. Ну и как я уже сказал, мне нужен только Тони. Тони, а не малыши вроде Жозе Альдо или еще кто-то. Мне нужны действительно топовые, элитные противники. Так что дайте мне Тони, потому что если я побью Жозе, да даже если я Даниэля Кормье побью, люди все равно будут говорить про Тони Фергюсон. Ты должен с ним встретиться, ты должен с ним встретиться. Поэтому я сказал, дайте Тони. Я прерву его победную серию, побью его. А дальше что? Больше нет сильных соперников. А тот бой с Жозе Альдо был реально возможен? Потому что они сказали, что когда предложили его тебе, Жозе уже подписал контракт. Не, это невозможно. Зачем мне с ним драться? Конечно же, я уничтожу его. Он маленький. Но если у меня есть Тони, есть Конор, зачем мне кто-то еще? Только время зря потрачу. Хотя, если он хочет, я все равно могу с ним встретиться. Это уже совсем другое, это бизнес. Я встречусь с Тони за временный пояс. И после этого уже не останется вопросов, кто лучше легковес. Как ты думаешь, у тебя будет бой в России в этом году? Сомневаюсь. Возможно, UFC придут в Россию к концу года. Но все-таки для pay-per-view шоу Россия это не лучший вариант. Для pay-per-view Madison Square Garden, T-Mobile Arena. Ну а в России UFC, может быть, устроит UFC Fight Nights. Зачем мне драться на UFC Fight Night? Я дерусь на pay-per-view. После боя в марте, когда ты снова сможешь выйти в октагон? Что? После этого боя, когда ты сможешь драться снова? Думаю, в августе. Может быть, в августе. Как ты думаешь, Конор подождет тебя до августа? Ведь он дрался еще в ноябре. И что? Все остальные столько его ждали. Почему он не может? Дело в том, что в июле Рамадан. Может быть, я смогу выступить до Рамадана, потому что он начинается 28 мая и заканчивается 28 июня. Я не могу драться. После Рамадана мне нужно 2 месяца подготовки. Короче, прежде всего мне нужно разобраться с Тони, а после посмотрим, что будет. Но в июле я не могу выступать из-за Рамадана. Если ты выиграешь пояс, то люди захотят увидеть твой бой с Конором. Как ты думаешь, он примет этот бой? У него было несколько больших боев в прошлом, а этот, похоже, тоже может стать большим. Не знаю, может быть. Я не настолько хорошо его знаю. Но если я стану временным чемпионом, то что ему остается? Подниматься в полусредний вес? Не думаю, что это хороший вариант для него. Ну или еще идти в бокс, чтобы драться с Мейвезером. Мне кажется, все это просто разговоры и пиар. Думаю, он должен встретиться со мной. Что ему еще-то делать? Думаю, что согласится на бой. Недавно Дана предложил Флойду 25 миллионов. Ты все еще думаешь, что это какие-то игры на публику? Да, думаю, так и есть. Игры на публику. Мейвезер и Конор пиарят друг друга. Дурят фанатов, дурят СМИ. Не думаю, что это реальные переговоры. Это трэш-ток экстра-класса. Вот что.